Пусть пляж на Ореховом озере и открывается лишь в 11, посетители раскладывают свои лежаки чуть ли не с первыми лучами солнца. Вместе с ними на пляже появляется и гость не совсем обычный. Его интересует не вода, а как раз само место отдыха. Это Владимир Воронцов, консультант отдела административно-технического контроля аппарата администрации. Дважды в месяц он проверяет благоустройство пляжей города, чтобы людям было комфортно здесь отдыхать. В первую очередь, конечно, смотрим на благоустройство, чтобы людям было удобно подойти, подъехать и находиться на пляже. Это имеется в виду и кабинки, чтобы были, где можно было раздеться, удобства, я имею в виду туалеты, да, чтобы были контейнерные площадки, урны очищены. Это вот основное. Сегодня с утра Ореховое озеро, вчера три барковских карьера. Замечаний нет. Пока. Фотографии как раз это и подтвердят. Они будут храниться в базе до следующей проверки. А штраф внушительный. Даже за мусор. Называется статья «Нарушение правил благоустройства». Для физлица штраф 5000, для юридического – до 200. Поэтому за благоустройством следят пристально. Работы здесь проводятся практически круглосуточно. Есть определенные регламенты на работы по уборке, покос травы, вывозу мусора, откачке туалетов. Но персонал находится круглосуточно на пляже. Уборка проходит в перманентном таком режиме. Мы практически постоянно опустошаем урны, собираем какой-то мусор, чтобы это все ветром не разносило по территории. На барковских карьерах работа кипит практически с 9, пляж там открывается в 10. На Ореховом озере чуть позже. Оранжевый флаг, который означает, что пляж работает полноценно, здесь вывешивают в 11. Без 20 начинают работу спасатели и медицинский работник. Проверяется комплектность постов, выставляется оборудование для организации спасательного поста. Это лодка, спасательный жилет, круг. Проверяется наличие буйков на воде и осматривается визуально акватория, нет ли каких-то опасных предметов. Коряк, пней там или стекла. Визуально, что мы можем убрать, все это убирается. А как свои обязанности выполняет пляж, контролирует инстанция другая. Чтобы люди отдыхали с комфортом на чистых и благоустроенных территориях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».